Первым делом самолеты. 11 выпускников военной академии получили лейтенантские погоны. Это уже 20-й выпуск летчиков авиационного факультета, для которых небо стало вторым домом. В багаже не только знания, но и десятки тренировочных полетов. За штурвалом каждый провел более 200 часов. Папа мой летал на вертолетах Ми-24 в авиационной части, 181-й вертолетной базе. Я там все детство прожил, надо мной летали вертолеты. И я, конечно же, хотел, как мой папа, подниматься вверх на этих красивых птицах. Впереди у выпускников служба в военно-воздушных силах и войсках ПВО. Здесь летчики освоят современную технику, а в будущем станут на защиту воздушных рубежей страны.